Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать свой домашний кинотеатр. Сзади меня вы видите такой большой экран. Сейчас я вам его покажу. Экран очень большой, во всю стену. Это 2 метра в длину и где-то 180 метров вниз. Сейчас вы видите проектор. И поскольку у меня пока нет кронштейна, он пока стоит на полке. Вот, ну пока так, потом я его повешу вот сюда. Расстояние между проектором и экраном составляет примерно 4 метра. И эти 4 метра дают картинку на весь экран. Ну а теперь давайте включим проектор и посмотрим, как он в деле. Вот вы видите, сейчас это при свете. А давайте сейчас выключим свет. Итак, дорогие друзья, вы посмотрели, как выглядит мой кинотеатр. До новых встреч. Пока. С вами был Алексей.